ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानं जनाशलभया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयंरूपा कदमहि ददाति स्वापदं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपादकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगणा रघुनाथं विधं तां सजीवं सद्वैतं सवदूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवम् श्रीराधा कृष्णपदा सहगणा श्रीविशाखानिधंश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका राधाकान्ता नमोस्तुते। तप्तकञ्चना गौरङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरि वृषभानुसुतदेवी प्राणमाली हरिदेवी पञ्चकौपतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्णचैतन्या प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। अजानवन्दित भुजो कनकवदातु संकीर्तनायक पितरो कमलायताक्ष विश्वंबरो द्विजवरो युगधार्मपाल वंदे जगत्प्रिय करो करुणाकरिष्य मम वाचम मम प्रसुप्तम संजीवयात किल शक्तिधर स्वदम नन्यांश्च हस्तचरणस्वन स्वागत अनन्नमो भगवते पुरुषार्थं। स्वस्यस्तु विश्वस्य कवः कसिदतां देयान्तु भूतानि शिवं निधौ धियां मनश्च वरुणं भजत शुचि। हरे कृष्ण दरागी वैष्णव। На другом континенте я рад приветствовать вас вчера вечером. Или сегодня утром. И мы продолжаем с вами систематически рассматривать философию Гауди Вайшнав, которую Шрила Бхактивинода Тхакур изложил в виде Шри Дашамова Татвы. И мы прошли первую татву, которая описывает праману или ведическую гносеологию. Ведическую эпистемологию или науку о том, как можно получить правильное знание. Правильное знание, правильное представление концепции, правильное восприятие. Мы говорили с вами о том, что даже восприятие этого мира очень сильно искажается за счет ментальных призм, которые есть у нас. Даже просто для того, чтобы воспринимать реальность такой, как она есть на самом деле, не приписывая этой реальности какие-то черты, связанные с особенностями нашего характера, с нашей историей, с страданиями, которые мы испытали. Даже для того, чтобы просто не искажать восприятие реальности, человеку нужна связь с
высшей реальностью, которая изложена в шастрах. Потому что в противном случае, что будет, мы говорили с вами об этом подробно, человек, ему будет, он будет уверен в своей собственной правоте, он будет уверен в том, что он видит реальность такой, как она есть. Но при этом он будет пребывать в иллюзии, будет неправильно взаимодействовать с реальностью, неправильно интерпретировать те сигналы, которые эта реальность ему подает, и так далее. И в конечном счете он будет увеличивать свои собственные страдания и страдания всех остальных живых существ. Это то, что происходит. Поэтому первое, что нужно понять очень хорошо, это то, из какого источника я могу почерпнуть правильное восприятие реальности, что поможет мне исправить мое восприятие реальности. Каким образом я могу исправить те ментальные призмы, которые у меня существуют, чтобы они не искажали мое восприятие реальности. И одновременно с этим, естественно, мне нужны какие-то правильные концепции. Я должен правильно воспринимать реальность и также понимать, что стоит за воспринимаемой реальностью. Концепция значит дополнение того, что я воспринимаю. Я воспринимаю какую-то крошечную часть реальности, что стоит за всем этим. То, что я по определению воспринять не могу. Все это, как мы говорили уже, можно почерпнуть только если у нас будет правильное восприятие всего этого из шастры. Но даже шастры, для того, чтобы понять шастры, должны быть соблюдены определенные условия, о которых мы тоже говорили, я не буду повторяться. Но мне хотелось подчеркнуть этот момент, что шастра дает нам правильную возможность правильно воспринимать реальность, воспринимаемую, и дорисовывать ту реальность, которую мы не можем сейчас воспринять. Понять, что верхушка айсберга, на вершине айсберга, под вершиной айсберга находится огромная часть реальности, которую мы не видим. И что это за реальность, которая стоит за этим? Все это можно почерпнуть только в шастрах. Я говорил тоже еще одну очень важную вещь, то, что шастры не говорят самоочевидные вещи. Шастры утверждают вещи, которые помимо шастр понять невозможно. Они для того и созданы великими мудрецами, риши и провидцами. Слово риши значит тот, кто видит больше, чем можем видеть мы, тот, кому открыта большая часть реальности. Так вот, эти провидцы, которые увидели эту реальность и принесли ее в виде мантр, Упанишад и Вед, они объясняют эту реальность, которую мы не можем, в принципе, увидеть. И у нас появляется возможность так или иначе соприкоснуться с этой реальностью через посредство изучения этих книг, вернее, через посредство служения этим книгам, этому откровению. Вот. И я объяснял также очень важную вещь, что, в принципе, человек может открыться навстречу откровению и сделать это откровение своим собственным только в отношении с духовным учителем, когда он откладывает свои ментальные призмы. И эти отношения с духовным учителем, или это отсутствие ментальных призм, называется смирение. Смирение есть не что иное, как моя способность отказаться от собственной правоты, которая не сделала меня счастливым, и открыться навстречу высшей правоте, которая поможет мне в конечном счете обрести
счастье или восстановить утраченную связь с этой высшей реальностью. Вот. Но это мы забегаем немножко вперед. Смирение — это тема аж девятой татвы Шрида Шамула Татвы. И тем не менее, мне хотелось сказать об этом в самом начале, потому что очень существенной анартхой, которую человеку нужно преодолеть для того, чтобы достичь цели преданного служения, является сварупа брама или парататва брама, свататва брама. Брама значит ошибка, неверные представления об этом. И очень важно составить правильные представления о том, что есть парататва или высшая татва, высшая реальность, высшая истина, что есть свататва, какова природа моей души или меня как души, природа сознания, которое есть у меня, индивидуального сознания, почему это индивидуальное сознание так накрепко связано с телом и так далее. Вот. То есть исправление этих брам или заблуждений, которые у нас невольно появляются, автоматически практически появляются, это цель изучения Дашамула Татвы. Потому что естественным образом, когда речь идет о Боге, у нас возникает образ какого-то там старика, полысевшего, который сидит на облаке, смотрит с грустью на то, что происходит здесь в материальном мире, или еще какие-то странные вещи. Или у нас возникает представление о неком имперсональном абсолюте, от которого все изошло. Это все естественные заблуждения, которые, осознаем мы их или нет, находятся в нашем подсознании. Что такое анархии? Анархии — это некие подсознательные программы, которые действуют независимо от нашего сознания. И изучение философии, изучение Дашамула Татвы необходимо для того, чтобы мы могли исправить эти анархии, которые мешают нам полностью сосредоточиться на преданном служении. На самом деле, самая большая беда, которая есть у нас, это то, что у нас появилась какая-то вера той или иной степени силы, но до тех пор, пока эта вера не станет абсолютно чистой, мы не сможем полностью безоглядно, без оглядок на все остальное, без попытки смотреть назад и думать, ах, кришнаиты сломали мою жизнь, которая шла так хорошо вперед, или еще что-то такое. То есть до тех пор, пока мы не исправим эти подсознательные программы, очень сложно будет полностью сосредоточиться на преданном служении. Что-то независимо от нас, незаметно для нас, из подсознания будет оттягивать энергию на себя. У нас внутри, что такое эти анархии? Анархии — это некие энергетические вампиры, пиявки, которые отсасывают нашу энергию на себя и заставляют нас думать о каких-то вещах, о которых не нужно думать. И одна из таких очень распространенных пиявок, жертвой которых... которой мы все практически являемся, все без исключения люди в этом мире, это наша склонность сосредотачиваться на негативе. Когда что-то нехорошее происходит, нехорошее в кавычках, с нашей точки зрения происходит, кто-то обижает нас, кто-то оскорбляет, кто-то в Фейсбуке что-то такое сказал или еще что-то такое. Наши мысли... из-за наличия этих анарт или подсознательных программ естественным образом устремляются на этот негатив, западают на этот негатив. И нам очень сложно вырваться из этого круга. Мы повторяем мантру, и при этом мы думаем о том, кто что о нас сказал, кто что о нас подумал, кто что нам такого сделал и так далее. Или
что грядет, какие несчастья грядут, много разных других форм негатива, но смысл простой того, что я хочу сказать, это то, что человек, и это проявление того, что анатха есть, сам тот факт, что мои мысли навязчиво сосредотачиваются на негативе, означает, что сидит какая-то глубокая анатха, которая заставляет направлять мою энергию, или даже не направлять мою энергию, а напрасно растрачивать мою энергию на эти размышления о негативе. Сколько, какое огромное количество энергии я трачу на то, чтобы сражаться мысленно с тем, с чем я не могу вообще ничего поделать. Я думаю об этом без конца, абсолютно без всякого смысла и без всякой цели, просто потому что таким образом устроено мое сознание. Так вот, почему я все это говорю в виде предисловия к нашей основной теме, это то, что сегодня мы будем изучать первую прамею, или первое позитивное утверждение шастр, то, что мы получаем из шастр. И эта первая прамея гласит, что есть парататтва, или высшая истина, которая гармонизирует всю реальность. Как Кришна говорит, матах паратарам нанья, кинчит асти дананджая, а знаешь, что Дананджая, он завоеватель богатств, тот, кто хочет завоевать это богатство истины. Тот, кто действительно по праву может обрести эту истину. Матах паратарам нанят кинчидасти Дананджая. Знай же, что нет истины превыше меня. И что все то, что ты видишь в этом мире, это всего лишь навсего подобно жемчужинам, Супрема Ниганаева, что все то, что ты видишь здесь, все это жемчужины или драгоценные камни, которые нанизаны на нить. Иначе говоря, Кришна объясняет, что вся реальность, доступная нашему восприятию, недоступная нашему восприятию, имеет общую основу, которая находится как бэкграунд этой реальности и объединяет все, на первый взгляд, противоречивые или какие-то негативные вещи этой реальности в гармоничное целое. На самом деле, если я пойму эту первую истину, что есть эта реальность, которая объединяет все, моя склонность западать на негатив пройдет, потому что я увижу, что все идеально. Как в свое время в России люди пытались уничтожить волков. Волки, с их точки зрения, были злом, которое нужно уничтожать. Была охота на волков, люди уничтожали волков, целая кампания была. В Китае была еще более смехотворная кампания, когда вся нация уничтожала воробьев, потому что все проблемы от воробьев. Воробьи воруют. На то они и воробьи, чтобы воровать воробей. Воруют урожай, который приносит поле. И, соответственно, если мы убьем воробьев, то мы будем счастливы без воробьев. Вся проблема, все вселенское зло в воробьях. Или в волках, или в каком-то нашем враге, или в президенте нашей страны, еще в каком-то. Вот. В результате, уничтожив изрядное количество воробьев и волков, люди обнаружили, что на самом деле уничтожать их не нужно было, что волки-то хорошие, они свое дело делают, и воробьи тоже свое дело делают, потому что расплодились какие-то насекомые и так далее, еще хуже стало. Так вот, смысл того, что я хочу сказать, это то, что мы теоретически признаем это. Мы теоретически признаем существование высшей реальности, но на практическом уровне очень часто, сплошь и рядом, мы не понимаем, что есть эта высшая реальность. И сам факт существования высшей реальности означает, что ничего плохого нет. Это значит, что есть
реальность, которая гармонизует все и которая контролирует все, которая на самом деле управляет всем. Как говорится, Чапан любил повторять эту поговорку, что без воли Бога даже травинка не шевелится. Что есть некая контролирующая сила, как сам говорит Бхагавад-гита, моя совершенно профессия сарачарам. Я контролирую эту майю. Это энергия, которая представляется нам такой хаотичной, такой неорганизованной или неправильной даже, какой-то совершенно, ну, неправильный. Нужно все время ее улучшать, и люди постоянно улучшают это, пытаются это все сделать. Но смысл в том, что моя дьякшена пракритик суяты сачарачарам, что ничего улучшать не нужно, все уже и так идет по плану. К сожалению, не по нашему плану, но почему-то. Вернее, к огромному счастью, не по нашему плану, а по плану того, кто может планировать, как Воланд смеялся над этим, для того, чтобы планировать, для того, чтобы планировать что-то, нужно как минимум иметь план лет на 1000 или на 2 или на 3. Как человек может в принципе что-то планировать, если он не понимает вообще, что с ним произойдет в следующее мгновение? Это очень могущественный аргумент. Есть сила, которая стоит за всей реальностью, которая знает все то, что происходит здесь. И наша задача заключается не в том, чтобы сопротивляться постоянно этой силе или пытаться уничтожить какую-то часть реальности, которая представляется нам негативом или злом, а в том, чтобы принять эту гармонию и таким образом восстановить свое гармоничное пребывание в этой реальности. В противном случае мы постоянно будем находиться в состоянии войны. Люди находятся в состоянии перманентной войны с реальностью, со своей судьбой, с другими странами, еще с чем-то. Вот. В этом, собственно, смысл, когда Бхактивинода Тхакур, суммируя Шрида Шамула Татву, говорит: «Амная прахаб, татвам харимыха парамам, сарвашактим расавдим». Это первые три прамеи, которые в одной строчке вместе с праманой находятся. И первый из них: «Татвам харимыха парамам». И Господь как личность является пара-татвой, или высшей истиной, и высшая истина по определению значит истина, которая гармонизует все, которая приводит все в осмысленное состояние, которое является фоном или бэкграундом всего сущего. И сам Бхактивинода Тхакур расшифровывает это, что значит, и нам нужно очень хорошо понять, что значит, кто этот самый Хари. Харисту экам татвам. Харисту экам татвам. Он есть единственная истина. Первое, что нужно четко понять, когда мы говорим о высшей истине или о Боге, это то, что Бог один. Нет двух богов, нет трех богов, нет многих богов, нет 33 миллионов богов или так далее. Бог в полном смысле этого слова один. Харис ту экам татвам. И что это за Бог? Видишива суреша пранамитаха. Этот Бог, которому поклоняются Видхи, Шива и Суреша. Видхи значит творец этого мира, Брама, который устанавливает правила, по которым живет эта вселенная. Поэтому его называют Видхи. От него исходят все эти видхи или правила дармы. Шива, разрушитель этой вселенной, или Аханкара Татва. Суреша, Индра,
повелитель всех остальных полубогов, управителей Вселенной, тех, кто так или иначе отвечает за различные силы здесь. Пранамита. Пранамита значит, что Види, Шива, Суреша и, соответственно, все остальные делают пранаму, то есть кланяются, поклоняются этой единственной татве. Все они до какой-то степени понимают, в разной степени понимают существование этой единой татвы и понимают, что чтобы существовать здесь в полном смысле этого слова, надо кланяться или поклоняться, склоняться перед этой высшей истиной, которая есть Хари или Личность Бога. Но это не все. Это всего лишь самое начало, первая строка. Яд эвидам брама пракрити рахитам тат ту анумахаха. Дальше Бхактивинод Такур говорит еще одну истину. Мы потом чуть подробнее расскажем о том, что это значит в практическом смысле и как это можно глубже понять. Вторая вещь, которую нужно очень хорошо понять. Я давидам брама пракрити рахитам. Браман, сияние брамана, дух, безличная реальность, которая с точки зрения многих является источником всего сущего, она есть пракрити рахитам, то есть это высшая безличная реальность, лишена рахитам, пракрити, лишена энергии. И поэтому она не может быть той самой высшей реальностью, которой мы должны поклоняться. Этот Браман не есть окончательный объект всех живых, всей его поклонности, а он всего лишь навсего анумаха. Но он есть всего лишь навсего анумаха, значит, то, что исходит нечто Маха, мы знаем, это нечто великое, Анумаха. Это великое сияние, которое исходит от личности, от этого самого Хари, который Экам Татвам, единая истина. Я Дэвидам Брама Пракрити Рахитам Татту Анумаха. И дальше Паратма Тасьям Шоу. Параматма или высшая Атма, Атма, которая создал весь этот мир, Бхактивинод Такур скажет об этом позже, Тасья Амша, она есть частица этой высшей истины, Джагат Анугато, Вишва Джанаках, она пронизывает собой, это параматма, пронизывает собой весь этот мир, она вездесущая, всеведущая, она находится в сердце каждого живого существа и в каждом атоме, и Вишва Джанака, она есть отец, истинный отец этой вселенной. Вишва Джанака. Так. И кто есть этот Хари? Савай. Са. Саха. Он, этот Хари, Вай, воистину. Рада Канта. Наваджалада Кантиш. Чит Удая. Он есть Радха Канта или возлюбленный Радхи. Слово Канта значит тот, кто исполняет все желания Радхи. Или тот, чьи все желания исполняет Радха. И только Радха. Радха Канта. Наваджалада Кантиш. И он, и от него исходит сияние Канти. Наваджалада. Свежего, только что сформировавшегося, свежей тучи, которая еще не вылила свой дождь на землю. Когда туча только что формируется, она становится очень темной. Потом, когда она уже выльет дождь, то она уже не такая темная, она просто серая. Наваджалада Кантиш. Каждое слово здесь исполнено глубочайшего смысла. И чит удаях. Чидудая значит, что он источник всего сознания. Он этот Хари, который есть Радха Канта,
Навачалда Кандиш. Он есть источник всего сознания. Все это разные эпитеты по отношению к Хари. Он тот, кому поклоняются виды Шивы и Суреша. Он, чье сияние представляет собой безличный Брахман. Он, чья крошечная часть творит всю эту Вселенную, и он в конечном счете является тем, кому служит Шримати Радхарани, кто служит Шримати Радхарани, и его тело этого черного или темного цвета, только что собравшиеся тучи. Вот. За каждой из этих истин, которые объясняет Бхактивинод Тхакур, стоит очень глубокое понимание, которое нам нужно как следует утвердить себе. Иллюзия заключается в том, что мы слышим это и думаем, ну, я это знаю. Если бы мы это знали, то тогда бы мы не реагировали так болезненно на какие-то проявления реальности. Если бы мы поняли, что все находится под контролем, что Кришна управляет всем, то мы были бы самыми счастливыми. Мы бы поняли, что нам нужно делать. Нам нужно единственное, что делать, служить той, которая может ему служить. Он Радха Кандаха. Она исполняет все его желания. Если я хочу так или иначе удовлетворить его, то, соответственно, что я должен делать? Я должен служить ей, потому что кто я такой, чтобы служить ему? У него уже, слава Богу, есть, кто ему служит, потому что если бы он зависел от нас, то ну, ему бы не сдобровать при этом было. Вот. Что мы можем делать? Мы можем помогать ей, слава Богу, что она очень милостива и принимает наше служение. Но давайте по порядку пойдем во все эти истины, чтобы мы смогли с вами действительно очень хорошо внутри утвердиться в этом понимании. В сознании людей есть очень много кандидатов на высшую истину. Для людей, которые выросли в христианской культуре, это, безусловно, фигура Иисуса Христа и какой-то Бог, туманный достаточно, Бог-Отец, который послал его на заклание сюда, от Авраама, авраамических культурах, в авраамических культурах. Так, это некий Бог-Отец, который в свое время испытывал Авраама, патриарха, и требовал, чтобы он принес жертву своего сына, который только что родился у него. И возникает естественным образом какая-то фигура этого ревнивого Бога, который следит за всем очень ревниво и постоянно подвергает своих преданных суровым испытаниям. Сначала дает что-то, а потом смотрит на то, как люди относятся к этому. И этот Бог очень ревниво относится к тому, чтобы поклонялись кому-то другому. Собственно, вся история началась с того, что Авраам выступил против поклонения идолам, потому что Господь ему сказал: прекрати это безобразие. Вот. И индуизм, наоборот, говорит, что есть много богов. Я помню, однажды я разговаривал с одним саньяси Майавади, Шанкарачари, нынешним представителем, одним из тех, кто занимает пост Шанкарачари. Он сказал: а, ваш Прабхупада, он просто, ну, чтобы вам потратить, потому что вы из христианской культуры родились. Он сказал, что Бог один. Но мы-то индусы знаем, сказал он и подмигнул мне. Мы-то знаем, что богов много. Люди, которые выросли здесь, они для них, ну,
поклоняться всем нужно, и всему нужно, Шиве нужно поклоняться естественным образом, Брахме нужно поклоняться, Ганешу, ну, сам Бог велел поклоняться Ганешу, Сканде нужно поклоняться, не дай Бог, кого-нибудь обидишь, и непонятно, что там будет, Хануману поклоняться, нужно поклоняться Хануману. Поэтому с самого начала Бхактивинода Тхакур говорит «Харисту экам», «Хари один», «Экам татвам». Потому что если бы истин было много, то тогда ни о какой гармонии не могло бы идти речи. Должна быть одна истина, которая гармонизирует все остальное. Все остальные тоже важны, они создают симфонию разнообразия, но для того, чтобы эта симфония сложилась, и чтобы люди не уничтожали друг друга, живые существа не уничтожали друг друга, боги не сражались друг с другом и не объявляли вселенские войны, и не объявляли войну друг другу, как это там, мы знаем, в греческой культуре или в римской культуре, или там даже все где-то, все время они сражаются, воюют, чтобы не было этого окончательного хаоса. Должна быть одна истина, стоящая за всем этим, иначе бы никакой гармонии вообще в принципе не было бы. Все бы просто постоянно сражалось. Как греки, когда они размышляли об этой изначальной реальности, об изначальном источнике всего, единственное, до чего они смогли дойти в конечном счете, что этот изначальный источник всего был вселенский хаос. Был этот хаос, и из хаоса все возникло. И, к сожалению, мы все с вами имеем это родимое пятно. В конечном счете христианская теология в значительной степени опиралась на эти греческие представления и заимствовала из них, поэтому... Хотя христианство признает существование одного Бога, но при этом этот Бог создает все из ничего, экс нихило. Это некая признанная теория. Из чего он создает? Экс нихило. Так, то есть в сущности из того же самого хаоса, потому что сказать ничто и сказать хаос – это, по сути дела, одно и то же. Так? В ведической философии представления другие. Мы знаем, что Господь создает этот мир из самого себя. И что Види, Шива, Суреша, все они в конечном счете какие-то экспансии, или части, частей, индивидуальные дживы, или в каких-то ситуациях сам Господь становится, занимает эту позицию Шивы или Брахмы, не Индры, потому что на пост Индры всегда много желающих, есть достойные дживы. Но смысл еще раз в том, чтобы понять, что все остальные могущественные силы, которые есть, за ними, за всеми стоит одна единственная сила, и это сила Хари, личность Бога, который в конечном счете должен своровать наше сердце или должен притянуть нас к себе. Это притягательная реальность Хари, а именно этот смысл вкладывается в слово Хари. Она есть, и все остальные могущественные живые существа существование этой реальности признают. Потому что когда здесь Бхактивинода Тхакур говорит «Види Шива Суреша Пранабитаха», означает, что естественным образом они признают эту реальность. Иногда, конечно, Шива или Индра чуть-чуть бунтуют, но очень быстро понимают, что ну, не нужно было этого делать. И именно поэтому в 10-й песне Шримад-Бхагаватам есть все эти истории. История с Гвардхана-лилой или история про то, как Брахма украл мальчика. Пастушков, или истории про то, как Шива сражался с Кришной. Да, в конечном счете, ради лилы они иногда
как бы выступают против, чтобы, во-первых, показать нам, что даже такие могущественные живые существа могут попадать под влияние иллюзий. Чтобы мы не думали, что я-то уж точно, ну, со мной-то точно ничего не случится. Я-то точно под влияние иллюзий не попаду. Даже они попадают под влияние иллюзий. Даже они иногда начинают бунтовать против этой высшей реальности. Но в целом, в принципе, они очень хорошо понимают, что им для того, чтобы исполнять свою задачу, чтобы делать то, что они делают, исполнять свою дхарму, нужно черпать свои силы и свою энергию из этой высшей реальности, которая есть Харисту Экам Татвам. Есть единая гармонизирующая все сила. Вот. И еще раз, главный смысл того, что мы должны понять, это то, что здесь все находится под контролем. Мы знаем это определение личности Бога из Вишну Пураны. Айшварясья самаграсья, вирьясья яшасакшрия, гьянавайрагия шчайва шаннам багам итингана. Так, Бог, Бхагаван, тот, у кого есть баги, у кого есть шат бага, у кого есть шесть этих богатств. И все начинается с айшварии. Что есть айшвария? Айшварясья самаграсья вирьясья яшасакшрия. Тот, у кого есть вся айшвария. Кто есть Бог? Тот, у кого есть вся айшвария, или все могущество, все великолепие. И айшвария означает, это тема следующего утверждения Бхактивинода Такура. Айшвария означает, что Бог — это тот, кто может стать больше самого большого и меньше самого меньшего. Это одно, по крайней мере, стандартное, классическое определение айшварии. Мы знаем, что есть айшварии или мистические силы, и эти мистические силы начинаются с анимы и логимы, или махимы. То, что живое существо может стать меньше атома, и живое существо может стать больше самого большого, анима и логима. И, соответственно, эта айшвария — это первое качество Бога, которое бросается в глаза. В каком смысле оно бросается в глаза? Это то, что Бог вошел во все, Он вездесущий, и Он стал меньше меньшего. И одновременно с этим Он больше самого большого. Он находится за пределами этой вселенной. Вся эта вселенная находится в Его ведении. Несмотря на то, что Он меньше самого маленького, и Он зашел сюда, Он остается большим самого большого. Но что самое удивительное, вирья, это то, что Он, будучи меньшим самого маленького и больше самого большого, остается нормальных размеров. Вирья — это одно из толкований этого стиха из Вишну Пураны. Следующее бхага или следующее богатство Господа — это то, что несмотря на то, что Он пронизывает собой все, и Он абсолютно бесформенный в этом смысле, все пронизывающие вещи, все проникающие вещи должны быть бесформенными, Господь сохраняет свою конкретную прекрасную форму. Поэтому Его главное богатство — это шрия, красота. Айшварясья самаграсья, вирьясья яшасах шрия. Личность Бога обладает этими богатствами. Именно благодаря этому Он может контролировать все. Он находится всюду, в нашем сердце, в каждом атоме, знает все наши мысли, знает все то, что у нас происходит, знает все то, что происходит в сердце всех живых существ. И пронизывает собой все. Одновременно с этим он Шрия. Если бы он был просто, если бы у него была просто айшвария, и он не способен был бы сохранять свои, ну, скажем так, удивительной красоты, как говорит Бхактивинода Такур, medium size,
средние размеры. Не слишком большой, не слишком маленький, соразмерный, очень гармоничный. Так, это его шрия, это его красота. Итак, вирья – это его способность сохранять красоту, но самое главное из этих богатств – это его шрия или красота. И нужно понять, что именно она является источником всего. В конечном счете, источником всего является красота. Это истина, которая гармонизирует все, которая приводит все в согласие. Это изначальная красота или изначальная гармония. И если мы хотим служить этой красоте, мы должны также работать на эту красоту. Мы должны пытаться увеличивать количество гармонии или красоты в этом мире, а не пытаться так или иначе создавать какой-то хаос здесь, в этом мире, разрушать что-то или проявлять эти разрушительные тенденции. Иногда это нужно, и Шива делает это, но Шива обладает способностью разрушать все, и он делает это в соответствии с гармоничным планом этой изначальной красоты, только потому, что он все время поклоняется этой красоте. В конечном счете мы должны понять, что реальность прекрасна. И это удивительное послание, которое несет с собой понимание первой татвы. Еще раз, я уже говорил, что я начал с того, что есть много разных кандидатов на эту роль высшей истины. Но нужно очень хорошо понять, что истинным кандидатом на роль высшей истины является красота, является источник всей красоты. Даже не тот, у кого есть айшвария, кто способен становиться меньше меньшего и больше самого большого. Это всего лишь навсего незначительное следствие или проявление изначальной красоты. И красота — это самая главная, самая существенная черта этой самой изначальной истины или хари. Поэтому его называют хари. Поэтому мы с гордостью говорим, что Бог хари, тот, кто в конце концов должен своровать мое сознание, должен притянуть к себе мое сознание, приковать к себе все мои помыслы и желания, даже если сейчас я не понимаю этого. Вот. И, естественно, очень большим заблуждением является заблуждение того, что источник всего имперсонален. И это отдельная, конечно же, тема, но Бхактинот Такур говорит тут, что нужно очень хорошо понимать, что в конечном счете Брахман не может быть источником всего по очень простой причине. А с чего ему быть источником всего? Брахман по определению лишен личностных черт, значит, что у него нет желаний. Чтобы создать этот мир, изначальный источник должен иметь желание создать этот мир. Так? Поэтому изначальная реальность должна быть личностной. В Брахмане, в нейтральном Брахмане, где нет абсолютно никаких противоречий, где нет абсолютно никакого разнообразия, где все абсолютно нейтрально, не может произойти творческого акта, потому что нет никаких причин, он уже находится в равновесии. Как изначальным состоянием даже материальной энергии является равновесное состояние, когда три гуны материальной природы пребывают в равновесии. И когда они все полностью уравновешены, возникает некое подобие единообразия. Для того, чтобы творение началось, Верховный Господь должен бросить свой взгляд на эту энергию и вывести эту энергию из равновесия. В тот самый момент, когда энергия выходит из равновесия, начинается творение. Так вот, каким образом изначальный Брахман, который есть, это равновесное, абсолютно равнодушное, скажем так, состояние сознания,
абсолютно равнодушным, потому что он там все равно, там все одинаково. С чего вдруг ему выходить из равновесия? Он не может, в принципе, выйти из равновесия, потому что, ну, по определению, он есть эта изначальная равновесная, равнодушная субстанция, и он не может быть источником этого мира. Поэтому Бхактивинод Тхакур говорит здесь, что Види Брава Шива Суреша поклоняются ему все великие полубоги. И есть разные уровни полубогов, тут тоже нужно очень хорошо знать, что есть полубоги в духовном мире, которые являются нитипарикарами, вечными спутниками Господа, есть полубоги в материальном мире, есть вселенские изначальные формы полубогов, есть Садашива, Садашива — это всегда Вишну, есть Хираньягарбха Брахма, изначальный Брахма, прототип Брахмы в этой вселенной, и это тоже Вишну-таттва. Садашива, Хираньягарбха Брахма — это Вишну-таттва. То есть, в конце концов, это единая реальность порождает все. И здесь, входя в эту вселенную, из изначального прототипа Хираньягарбха Брахмы появляется четырехголовый Брахма, который создает эту вселенную и управляет делами этой вселенной. Из изначального Садашивы, который является Вишну-таттвой, появляется Рудра или Шива-таттва, соприкасающиеся непосредственно с материальной энергией, порождающие живые существа. Все это нужно очень хорошо знать, каким образом за всем этим стоит единая реальность, и это единая реальность Хари, изначально прекрасный. Так? И он, его сияние — это излучение Брахмана, который Пракрити Рахитам, у которого нет никаких шансов на то, чтобы быть источником этого мира, потому что у него нет энергии, а желание — это энергии. Он ничего не хочет, в принципе. Так? И Паратма, еще одна очень важная вещь, я уже кончаю. А нет, еще у меня есть немножко времени, да? Паратма тасьям шоу джагатану гато вишва джанака. Еще одно заблуждение. Иначе говоря, Бхактивинод Тхакур рассеивает все очень распространенные заблуждения, которые есть по поводу природы этой высшей истины. Одно очень возвышенное заблуждение, самое возвышенное заблуждение, которое, наверное, только может быть здесь, заключается в том, что в конечном счете Бог — это Параматма, Творец этой Вселенной. И здесь Бхактивинод Тхакур говорит, нет-нет, он есть тасья амша, он есть частица, часть, отдаленное проявление этой изначальной реальности. Но большая часть даже вайшнавов в конечном счете думают, что высшей реальностью является Вишну. А Кришна — это всего лишь навсего одна из его аватаров, он приходит как Матсья, как Курма. Но в конце концов высшая реальность — это Вишну. Но Вишну и есть Параматма. Есть три этих Вишну. Карандакашая Вишну, Гарбадакашая Вишну и Ширадакашая Вишну. И все это проявление Параматмы, то есть это имманентный Бог. Бог, который имеет непосредственное отношение к этому миру и к делам этого мира. Бог, который находится здесь, который, как говорит здесь Бхактивинод Тхакур, Джагата Нугата, он пронизывает весь этот мир, и весь этот мир идет за ним. Он вошел в этот мир, Джагата Нугата. Поэтому его называют Вишну. Но если мы возьмем вайшнавов из других традиций, из Мадва Сампрадая, из Шри Сампрадая, они скажут, высшая реальность Вишну. Кришна — это всего лишь навсего, да, замечательный аватар, но всего лишь навсего аватар. Но по определению Вишну — это тот, кто имеет отношение к материальному миру. Потому его называют Вишну. Тот, кто вошел сюда. Тот, кто находится в каждом атоме Вселенной, тот, кто находится за пределами этой Вселенной, но тот, кто порождает этот мир. То есть, говоря это, мы лишаем Бога самостоятельного существования вне и помимо материального мира.
тогда как есть духовная реальность. Поэтому параматма не является высшей реальностью и, соответственно, не является высшим аспектом, объектом поклонения. Вишну, будь то Гарбхакашая Вишну, Маха Вишну, или Карандакашая Вишну, Маха Вишну, они все, безусловно, амши Господа, и поэтому мы поклоняемся им, но они не могут быть высшей реальностью или высшим аспектом реальности, высшим объектом нашего поклонения. И именно поэтому во Вриндаване практически нет форм Вишну. Ну, понятно, что иногда Кришна ради лилы может проявить форму Вишну, четырехрукую форму, или возлечь на кого-то, или иногда во время своих игр Кришна садится на плечи Шридаму и говорит: «Эй, Шридам, играем Вишну и Гаруду». И Шридам приобретает форму Гаруды и взлетает на небо. Около Чатигры есть этот храм Говинда Гаруды, когда Кришна сидит на плечах Гаруды. Да, иногда Кришна проявляет эту форму ради своих лил, но в конечном счете это могущественные формы, в которых проявлена Айшварья Господа, его способность преобладать над всем, управлять всем, властвовать всем сущим. И это не конечная реальность, не есть высшая реальность. Это всего лишь навсего частичные проявления этой высшей реальности. И нужно очень хорошо понимать, как это все работает, как в начале Маха-Вишну или Карандакашая-Вишну бросают взгляд на равновесное состояние гун материальной вселенной, на Пракрити. И в этом взгляде находятся все дживы. Все дживы принимают форму этого взгляда. Этот взгляд, в свою очередь, принимает форму Шамбу или Вишна-Шивы. И когда этот взгляд в форме Шамбу, Шивы, соприкасается с материальной энергией, происходит изначальный акт зачатия, когда Шива вводит семена живых существ, которые пребывали в теле Махавишну во время пралаи, вводит их обратно в лоно материальной энергии, и они вместе со своей кармой начинают производить какую-то деятельность здесь, в материальном мире. И как этот изначальный творческий акт, изначальное совокупление Шамбу, которое есть проявление взгляда Господа, которое есть чидачит-татва, который есть шива-татва, промежуточная татва между Вишну и дживами, он есть эта татва, которая с одной стороны изначальная реальность, с другой стороны, так как он соприкасается с Майей, то он утрачивает этот статус до какой-то степени и появляется Шива. Так или иначе, еще раз, нам нужно очень хорошо понимать этот процесс. Сначала Махавишну с помощью Шивы или Шамбу вводит семена живых существ в материальную энергию, выводя ее из равновесия, сайкшата, бросая на нее взгляд свой. Потом он же входит в материальную вселенную, которая исходит из его тела, как из тела Махавишну, как небольшой пузырек. И чтобы дальше развить это, он входит в нее и становится Гарбхакашая Вишну, второй параматмой, вторым уровнем параматмой. В конце концов, он то есть он становится параматмой этой вселенной. Маха-Вишну или Карандакашая-Вишну — это параматма всего материального творения. Гарбхакашая-Вишну — это параматма вселенной, то есть атма этого вселенского тела или вират-рупы. И потом дальше в образе Карандакашая-Вишну он входит в сердце всех живых существ и становится параматмой в этом смысле. Вот. Это все надо очень хорошо понять и видеть это, понимать эту удивительную картину творения,
Но кто есть этот Хари на самом деле, это описывает Бхактивинода Такур в самой последней строке этого стиха, который содержит в себе всю формулу, которую очень хорошо нужно знать, кто такой этот Бог, родивший Вселенную, кто такой этот Бог-Отец. Даже называя Бога Отцом, мы низводим Его, потому что мы, опять же, эгоцентрически сводим роль Бога только к тому, что Он создал нас. Он есть наш Отец. Бог не Отец. У Бога есть много других дел, кроме того, что Он Отец. Он Отец тоже, но это не самое главное. Бог не Творец. Бог Са, Саха, Вай. Поистине Он Рада Кантаха. Он есть Рада Кантаха. Он есть тот, как я объяснял, чьи все желания исполняет его собственная энергия наслаждения, его собственная Хладини Шакти. И это Хладини Шакти, которая есть энергия любви, изначальная энергия любви или изначальная энергия красоты Господа, та самая Шри, красота Господа, она служит ему. Поэтому Бхактивинода Такур называет здесь Кришну Рада Канта. Рада Канта, а тот, чьи все желания, тот, кто получает наслаждение от Рады, от своей собственной духовной энергии наслаждения. И каков он? Наваджалада Канти. Он излучает сияние или цвет этой только что сформировавшейся тучи. Этот цвет Шрингара Расы. Этот цвет, мы все знаем, что Шьяма Раса, это все эмоциональные оттенки, которые есть у нас, все эмоции в соответствии с теорией рас имеют определенный цвет. Любая эмоция — это какая-то краска. Поэтому иногда говорится, что эмоции раскрашивают нашу жизнь. Когда у человека нет эмоций, то его жизнь становится серой. Это некое нейтральное состояние, когда все цвета размылись и превратились в какую-то серую тягомотину. Но человеку нужны эмоции. И эти эмоции являются красками. Каждая эмоция обладает своим цветом. Так вот, это когда Бхактивинода Такур говорит «Наваджалада Канти», то, что цвет этой изначальной реальности, этой параматтвы, которую мы называем Хари, он подобен цвету грозовой тучи, которая готова разразиться дождем. Это означает, что суть этой реальности — Шрингара Расы. То есть, по сути дела, внутренняя сущность этой реальности — это любовь, желание любви, желание вступать в близкие, очень тесные отношения. Шрингара Раса значит Мадури Раса или отношения подобные отношениям возлюбленной и возлюбленного. Так вот, он этот изначальный возлюбленный, изначальный герой, и у него есть это изначальное настроение наслаждаться тем, что приносит ему его возлюбленная. Его возлюбленная Радика золотистого цвета, подобно тому, как молния из газовой тучи бьет, эта молния на мгновение рассеивает тьму и освещает саму эту тучу, точно так же энергия Господа золотистого цвета, как говорится в Чандоге Упанишад, она шабала. Шьямен шабала. И в Чандоге Упанишад говорится, что предаваясь шьяму, этому изначальному темному, вбирающему в себя все хари, человек постигает шабалу или энергию Господа, предаваясь энергии Господа, человек начинает служить Хари. То есть эти две вещи,
изначальная реальность, которая разделяет себя на две, изначальная единая татва, которая раздваивается на источник энергии и его энергию, это как раз явление, Бхактивинода Тхакур описывает здесь, в последней строке, чтобы удивительным образом передать нам эту идею, что есть Господь в самом глубинном понимании этого слова. Радаканта наваджаладакандиш. И джалада тоже очень важное слово. Джалада, джалада значит облако, но буквально джалада значит то, что дает влагу, воду. И вода — это жизнь. В конечном счете, именно эта Шрингара раса, которая обладает цветом грозовой тучи, она дает жизнь всему. Именно эта любовь, которая изначально заключена в самом Господе, в этом темном облаке Шьямы, в Шьяма-расе, она является источником всего сущего и всего творения. Это опьянение любовью или наслаждением, которое испытывает Господь, является источником всего. Той самой гармонизующей реальностью, которая, гармонизующей силой, которая приводит в согласие все то, что мы видим. Вот. И чидудаях, она от нее исходит сознание. То есть, иначе говоря, в конечном счете, все сознание, все проявления сознания, они имеют корень там, в этой изначальной Шрингаре расе Господа. Все наши проявления, наша одержимость вожделением и так далее, все они имеют корень там, в этой изначально прекрасной реальности, которую надо очень хорошо понять, чтобы по-настоящему служить ей, или чтобы мы могли действительно сосредоточиться на ней, когда мы повторяем мантру. Чтобы мы не отвлекались на разные негативные вещи или позитивные вещи этого мира. Чтобы мы поняли, что смысл не в том, чтобы пытаться экстрагировать из этой реальности что-то, что нам кажется хорошим, отвергать и сражаться с тем, что кажется нам плохим. Смысл в том, чтобы принять эту реальность целиком, оптом, не в розницу. И принять эту реальность целиком значит понять, что в конечном счете савай, радаканта, наваджаладаканти, чидхудая. Он есть это восходящее сознание, которое постоянно наслаждается вечными лилами любви со своей изначальной возлюбленной. Он есть этот источник красоты. Вот. И, пожалуй, последнее, что я скажу, чтобы уже, потому что, ну, как бы основополагающим стихом в этой татве является стих из Вишнупураны «Айшпаряся самакрасия бирьяся эша сакшрия гьяна вайрагья йош чайва шанам багам и тингана», который описывает шесть богатств Господа. Каждый вайшнав должен знать наизусть эту шлоку. И для того, чтобы понять, опять же, эти шесть богатств Бхагавана, нужно понять, что изначальным богатством Бхагавана является шри или красота. Шри также значит блеск, шри также значит сияние. То есть, как мы знаем, красота, она всегда какой-то блеск, сияние, которое исходит. Но дальше она проявляется как айшварья и вирья. И айшварья и вирья — это на самом деле энергии, энергии параматмы. Айшварья и вирья — это энергии, строго говоря, энергии параматмы. Благодаря айшварье
или могуществу, и вере Господь управляет материальным творением. Это его проявление, его энергии или его богатство по отношению к этому миру. Гьяна и варагья – это характеристики безличного брахмана. Они являются, это даже не самостоятельные богатства, это всего лишь навсего атрибуты безличного брахмана. Когда человек, поэтому, когда человек начинает или пытается реализовывать безличный брахман, то у него появляется гьяна, знание о вечности, и вайрагья, отрешенность от этого мира. Реализация безличного брахмана приводит к тому, что мы до какой-то степени реализуем эти качества, присущие брахману, у которого нет никаких качеств. Но если у него есть какие-то качества, то это гьяна и вайрагья. У него есть гьяна или чистое сознание, он есть чистое сознание, беспредметное сознание, и вайрагья, он не имеет никакого отношения ни к чему, не имеет никакого отношения к этому материальному миру. А две других характеристики или два других богатства, яша и шрия, это непосредственно очень важные характеристики самой личности Бога. Все они характеризуют личность Бога, но мы знаем, что ваданти таттва видаста пам яджьяна мадваям брамети параматвити бхагаванити шабдяте, что эта одна единая реальность проявляется в трех аспектах. Так и, собственно, об этом речь. Этот стих, он также является расшифровкой основополагающего стиха из Шримад-Бхагаватам, 11 стиха из 2 главы первой песни Шримад-Бхагаватам, который тоже мы все должны хорошо знать. Так вот, личность Бога обладает шестью богатствами, из них две в основном проявляются в параматме, хотя, естественно, Господь как личность проявляет их тоже в максимальной степени. Две других, гьяна и вайрагья, это характеристики брахмана, а характеристики самой личности Бога или Бхагавана – это яша, или слава, и шрия, или красота. И яша, тут нужно очень хорошо понимать, что значит яша, слава. Яша означает, как объясняет Бхактинот Такур Джайвадарми, это способность Господа приносить удачу всем живым существам. Иначе говоря, его существенное качество, уникальное качество Бхагавана, которое даже отличает его или ставит его особняком от параматмы или брахмана, это то, что когда мы слушаем о нем, его рассказы, это, эти рассказы являются источником удачи или благой судьбы для всех живых существ. Мангалам, они очищают. Мангалам значит, любое соприкосновение с личностью Бога очищает. Слава его не в том, что у него какая-то репутация или еще что-то. Есть много глупцов, которые пытаются так или иначе выступать против Кришны или против Хари. Не в этом дело. Его яша, слава, заключается в том, что любое соприкосновение с рассказами о нем очищает живые существа. Поэтому это две существенные характеристики личности Бога. Его красота и его слава. И поэтому служение Господу заключается в том, что мы слушаем о его красоте. И слушая о его красоте, слушая о его доброте, милосердии, а все это, все эти слова являются разными аспектами его красоты. Потому что когда мы хотим сказать, что человек душевно очень прекрасен, мы говорим, что он очень добрый, он очень милосердный, он очень воспитанный и так далее. Вот. По сути дела, чтобы служить этой изначальной реальности, мы должны просто слушать о его красоте, о его доброте, о его милосердии. Это то, каким образом... практическое, скажем так, следствие из этого стиха. Но в целом же нам нужно, ну, как бы составить очень ясное представление, что это за
вечная реальность, каким образом она проявляется здесь, в материальном мире, как эта изначальная татва создает все это гигантское творение и управляет всем этим творением. И если мы хорошо поймем это, то тогда нам будет очень ясно, что нам нужно делать. Не поняв это, эту матахпара тарам нанят кинчи дасти данам джая, нет истины превыше меня, мы не поймем, как эта истина собирает все разнообразные явления этого мира воедино, как она связывает их подобно нити в жемчужном ожерелье или в ожерелье из драгоценных камней. Нити, которые мы не видим, но о существовании которой мы легко можем догадаться, если поймем, что вся эта красота и гармония не может существовать, если нет единой гармонизующей силы, стоящей за всем этим творением. Ну вот, ну, наверное, уже хватит. Я не знаю, есть какие-то вопросы? Нет? Если нет, то можно вам спать, а мне заниматься своими делами. Если есть, я могу ответить. Если есть у кого-то вопросы, включайте микрофон и камеру, задавайте. Хари Кришна, Бхактивиньяна Госвами Махарадж, спасибо большое за лекцию. Покажитесь. А у меня вроде бы включена камера. Меня видно и слышно? Да, все. Да. Вижу вас, вижу. Спасибо большое за лекцию. Очень такие глубокие знания. Пыталась конспектировать и основные моменты. Все же, как вы в конце сказали, пока понимания этой истины не будет, вся картина мира, она не сложится, не соберутся жемчужины на нити. Вот у меня возник вопрос такой, так как понимание еще пока не пришло. У женщин есть такое, можно сказать, врожденное, я бы сказала, желание выглядеть красиво, гармонично. Вот. И могли бы вы привести какие-то жизненные и практичные примеры, когда это желание не будет проявлением зависти к Кришне и желанием занять его место и стать этим главным наслаждающимся. Вот как занять это в служении? Вот какие, может быть, практические примеры? Ну, для того, чтобы ответить на этот непростой вопрос, особенно для нас, людей, которые определенным образом культурные коды впитали современной культуры, я приведу пример того, каким образом эта вещь реализовывалась в ведической культуре. В ведической культуре женщине предписывалось быть красивой. У женщины было много украшений, золотых украшений, и она должна была одеваться очень красиво, наносить все эти золотые украшения, драгоценности и все остальное обязательно. Там в шастрах описывается, по-моему, 16 видов косметики, которые должна женщина всегда... Косметика — это не... наносить на себя. Да, то есть она должна подводить глаза и все остальное. Это все не современные выдумки, это изначальные шастры. 16, по-моему, видов косметики и 22 вида различных украшений, которые должны быть. На руках должны быть браслеты, на ушах должны быть серьги, в ногах должны быть браслеты. Ну, то есть современным модницам, далеко до ведических модниц, у них, дай бог, там какая-нибудь брошка торчит где-нибудь или висит. Вот, но для кого они это делают? Для своего мужа. То есть смысл того, что каждая женщина с утра она украшала себя, надевала все эти украшения, наносила косметику себе на лицо. Для кого? Для того, чтобы муж радовался.
И желанием, которое стояло за этим, чтобы муж был мной доволен, чтобы муж был счастлив. Вот. Это очень резко отличается от, там, я не знаю, сейчас женщины это делают или нет, но во времена моего детства женщины дома в бегудях ходили. Вот. Ну, то есть, как бы в каком-то неглиже. Женщина, ее желание, так или иначе, мой муж должен быть счастлив увидеть меня. Он должен обрадоваться, я должна, потому что, когда мы видим что-то красивое, естественным образом в сердце появляется радость, какое-то радостное, гармоничное чувство. Любая красота, любой порядок вселяет это сердце, помогает человеку быть более сосредоточенным. Вот. Поэтому женщины делали это, но для кого? Для мужа, не для того, чтобы другие смотрели на них. Они делали это для того, кто должен наслаждаться их красотой. В нашем случае мы должны красиво выглядеть, как Шрила Джива Госвами, Шрила Рупа Госвами говорит, обязательно нужно носить тилаку, обязательно нужно носить другие внешние атрибуты вайшнавов. И они очень красивые. На самом деле кандимал очень красивый. Я помню, в первый раз я увидел, думаю, наши какие красивые бусы. Хотя, казалось бы, ничего особенного, но на самом деле это красивая вещь. Вот. Для кого мы это делаем? Для Кришны. Женщина, когда она наряжается, она должна думать, ну, я хочу красивой быть для Кришны, чтобы он был мной доволен. Я приду в храм, я встану перед ним. И он посмотрит на меня и подумает, ну надо же, вот моя вайшнава пришла. И точно так же мы должны думать, что наши мысли должны быть красивыми, и я предстану перед Господом для этого. Не для того, чтобы привлечь внимание к себе и находиться в центре, и вызвать какие-то вожделенные взгляды со стороны других, а для того, чтобы Кришна посмотрел на нас. Мы стараемся для Него. Вот. Спасибо большое, благодарю. Все понятно. Как я уже сказал, мы должны стать в конечном счете служанками этой Шримати Радхарани, которая есть Рада Канта. Кришна есть Рада Канта. И если мы хотим служить Ему, мы служим ей, то есть пытаемся. В высшем смысле мы будем ее украшать. Но это еще, может быть, не завтра произойдет. Еще нужно какое-то время. Окей. Есть еще элемент? Да, Кришна. Спасибо вам за лекцию. У меня есть два вопроса, если позволите, и один комментарий. Вот, и комментарий такой. Сегодня вы уподобились Шриле Бхактисиддханте Сарасвати Такуру. С неким садистским удовлетворением я понял, что я ничего не понял с вашей лекции. Вот. Это происходит каждый раз, когда я читаю хоть какие-то слова Шриле Бхактисиддханте Сарасвати. Поэтому у меня два вопроса, в общем-то, не по теме, потому что по теме я не понял. Но вот в продолжение вопроса, то, что вот Матаджи только что спросила, да, вот очень многие преданные, которые приходят в храм, они приходят в шортах, они приходят в майках, они приходят, ну вот, что Бог послал. Вот, и вот я пытаюсь последнее время до преданных донести, что если уж мы предстаем перед Господом, то лучше предстать перед Господом в приличном виде. Вот, с тилакой, при параде, ну, как положено. Вот, и я-то не велик авторитет, и мне бы хотелось попросить вас дать вот как бы более развернутое ваше видение именно вот... Вот, ну, просто вот эту часть нашего вайшнавского этикета. И второй вопрос.
поскольку вы в настроении сил бхактистанты Сарасвати, вот, если бы вы могли поясните значение слова прачодаят, которое по-английски переводится как энтуз, и на русский оно переводится двумя вариантами или несколько вариантов, но самые заметные – это вдохновляет или вдохновлять, да? И другое дело – восхищать. И вот в контексте того, как мы повторяем мантры, содержащие вот эти слова про чудо-яд, вот не могли бы вы как-то вот, ну, прояснить вот это? Вот, спасибо большое. Хорошо, спасибо. Спасибо, Инанда. По-моему, все понятно было. Ну ладно, ремарка в сторону. Что касается первого, то это очень хорошая вещь. На самом деле, реально, и это то, что следует из ответа на предыдущий вопрос, мы должны приходить в храм в максимально красивом виде. Логика за этим стоящая такая, что я прихожу на даршан Господу, я прихожу, чтобы Господь увидел меня. И если я прихожу в шортах, то, ну, не факт, что Господь будет очень рад моему неформальному виду. Вот. И мы можем видеть, что когда преданные действительно находятся в этой одежде, эта одежда очень красивая. Я помню, в 90-е годы, в начале 90-х годов в России я шел рядом с храмом на Беговой, гулял, и вдруг с улицы забежала в храм, во двор храма какая-то женщина средних лет, лет 40, и она с огромным энтузиазмом стала говорить: откуда у вас такая красивая одежда, такая красивая одежда, такая красивая одежда. Она не могла остановиться. Это было чисто женское восприятие совершенно постороннего человека. То есть она смотрела на это и видела: люди в красивой одежде. Вот. Если мы посмотрим на вайшнавскую одежду, хорошо одетая вайшнавская одежда, понятно, что когда там, я не знаю, иногда, конечно, западные женщины, они так надевают сари, что думаешь, лучше бы они в юбках ходили. У них иногда не получается это изящно делать. Но если красиво одеть вайшнавскую одежду, то действительно очень красиво получается. Во-первых, скрадываются какие-то недостатки фигуры, если есть, и ну, очень гармоничное какое-то ощущение, и главное, чистое. А в чем еще отличие или в чем важность вайшнавской одежды, хотя я знаю, что особенно в Америке там есть это движение Кришна Вест и так далее. Вот. Но важность вайшнавской одежды в том, что, во-первых, она чистая, по крайней мере, должна быть. Поэтому изначально, почему доти называется доти? Слово доти значит чистое. Почему доти чистая? Потому что его легко постирать. Там нету большого количества швов, нету сложной какой-то вещи. Это просто кусок ткани. И его легко сделать чистым. Не факт, что оно всегда чистое, но по определению доти – это то, что чистое, потому что, ну, нетрудно хранить его в чистоте. И еще одна очень важная особенность – это то, что вайшнавская одежда, она целомудренная. Она настраивает на какой-то целомудренный лад, тогда шорты, ну, извините меня, не очень-то настраивают на целомудренный лад. Они естественным образом направляют мысли куда-то непонятно куда. Я уже не говорю про какие-то другие формы одежды, в которых иногда люди приходят в храм. Вот. То есть, с одной стороны, эта одежда важна для нас, потому что она наше сознание определенным образом формирует, делает его более целомудренным и менее страстным. Современная одежда, она очень страстная. Там есть, хотим мы этого или не хотим, есть вот этот вот элемент раджа-гуны. Если взять там костюмы какие-то, галстуки, там очень много раджа-гуны, раджаса в
самом сознании, породившем эту одежду. Вайшнавская одежда настраивает нас отличный лад. Вайшнавская одежда чистая. Вайшнавская одежда очень красивая. Вайшнавская одежда радует Кришну. Кто бы что другое ни говорил, но это факт. Если у человека есть чадар, если у человека есть доти, то очень красиво он выглядит. Хочет он или не хочет, он все равно красиво выглядит. Так что спасибо вам за это. Что касается слова прачодаят значит, что у меня появляется энергия, чтобы что-то делать. Энтузиазм — это некая сила или энергия, которая возникает у меня в результате правильной медитации. Правильная медитация — когда человек находится в привычно рассеянном состоянии сознания, то его энергия ментальная рассеивается, и у него нет энергии. У него нет сил никаких. Он не может ничего делать, он может только по-прежнему находиться в этом состоянии овоща. Или там максимум, что он может сделать, пойти в супермаркет и купить себе полную корзину какой-то барахла. Вот. Прачодая значит бодрствующее состояние, сосредоточенное состояние сознания, когда я чувствую вот это вот приподнятость внутри и... То есть смысл мантры, последним словом которых является прачодая, в том, что моя правильная медитация на объект медитации, будь то Господь Чайтанья или Господь Кришна, порождает во мне энергию сделать что-то, служить как-то, и поэтому оно переводится как энтузиазм. Энтузиазм — это как раз вот это состояние энергии внутри, когда мне хочется что-то сделать. И прачодая также значит, еще одно значение прачодая, у человека просветляется сознание. Опять же, у нас нет энергии, потому что наше сознание затемнено. И в этом таком темном, полусонном состоянии мы чувствуем просто, вот, ничего не хочется, просто лежать хочется. Так прачодая значит... Пусть же мое сознание, благодаря этой медитации на Господа, становится светлым, и чтобы у меня не появлялось какого-то, ну, каких-то дурацких мыслей, дурацких желаний. То есть это, в общем-то, молитва о просветлении, о том, чтобы у нас была конструктивная энергия, которую мы могли направить на служение Господу, и чтобы... Ум наш был светлым. Как первая мантра, Гаятри мантра, знаменитая мантра. Это обращение как раз к энергии Господа, чтобы она просветлила нас. О энергии Господа, Татсавитур вареньем, ты освещаешь все, освети меня, освети эти закоулки моего сознания. Понятно или нет, раз уж я в ипостаси Бхактисиддханты Сарасвати пребываю? Да, да. Спасибо большое. Очень глазами. То есть, правильно ли я понял, что произнося или медитируя прачодая, мы как бы выражаем это некий активный посыл и призыв с одной стороны как молитва, да, то есть призыв просветлиться, вернее молитва просветлиться, да, и в то же время некий позитивный активный такой вот посыл, что я действую или я собираюсь действовать или я хотя бы хочу действовать. Вот это вот правильное понимание или нет? Да, 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 безусловно. Дай мне возможность действовать правильно здесь, благодаря просветлив мое сознание, дай мне возможность действовать правильно, хорошо здесь, в этом мире. Спасибо большое, Махарадж. Харе Кришна.
Ну ладно, хорошо, все, да? А, да, да, Юра. Гарри Кришна, Мартин Махарадж. Спасибо вам за вашу лекцию. Такой вопрос. Правильно ли я понимаю, что поскольку Кришна контролирует все в этом материальном мире, то нам тогда нет необходимости о чем-то беспокоиться, если что-то идет не так, по нашему мнению, или как, какие-то большие проблемы в мире. И поэтому стоит ли нам вообще тогда реагировать как-то, действовать, что-то делать практически в этом отношении, будь то какие-то маленькие проблемы, скажем, там, кого-то корректировать там, на дороге, там, или какие-то большие делать действия, скажем, какие-то протесты там организовать или еще что-то такое, что пытаться изменить мир к лучшему, то есть так сказать. Вот, если нам не стоит беспокоиться, с одной стороны, то стоит ли нам тогда именно вайшнавам что-то делать в этом отношении? Ну, не говоря о том, что, конечно, в духовном плане наверняка нам стоит, ну, людей просвещать на духовные темы, но вот в материальном отношении насколько нам нужно или не нужно быть активными, чтобы сделать мир лучше, по нашему мнению? Тут нет какого-то единого универсального ответа на этот вопрос, потому что все зависит от уровня нашего развития. И то, что мы не должны имитировать поведение людей, которые находятся на принципиально другом уровне развития. Я со своей стороны должен служить так, как я понимаю, что это служение. Я не должен беспокоиться. У меня не должно быть, я должен стараться, по крайней мере. Я все равно буду беспокоиться, но я не должен слишком сильно переживать или эмоциональную энергию вкладывать в какие-то ненужные беспокойства. Но при этом активная позиция у меня может быть, и эта активная позиция, она будет вплоть до того, как человек станет утамадикари. Утамадикари, он созерцает вокруг все, и он думает, ну все хорошо, все и так уже служат Богу, только я один по сторонам смотрю и служу Богу. Так? Но даже такой утамадикари, он иногда спускается на уровень мадхима для того, чтобы помогать другим людям. И нам не нужно имитировать утамадикари, нам не нужно говорить, ну все, я все понял, все, теперь Бхактивидьяна Госвами все сказал, все, отныне ничего не делаю, лежу как питон, все то, что придет, само придет, все то, что не придет, не придет. Нет. Мы должны действовать активно в соответствии с нашим пониманием, но одновременно с этим мы должны понимать, что в конце концов за всем, что происходит, стоит Бог, и поэтому не нужно слишком торопиться осудить то, что со мной произошло, или негативно отнестись к кому-то, кто, ну, не знаю, выступил против меня. То есть это скорее то, что я писал, это не руководство к действию, а скорее некое внутреннее понимание, которое должно у нас сложиться, чтобы помочь нам правильно реагировать на все то, что с нами происходит. Вот. Но оно не должно делать нас пассивными. К сожалению, очень часто люди теоретически признают это и становятся пассивными. И в результате, вместо того, чтобы служить красоте, они служат хаосу. Они не делают чего-то созидательного. Вокруг них какой-то хаос, грязь. И они говорят, ну это на самом деле имперсонализм какой-то. Мы не должны становиться имперсоналистами. Наоборот, персонализм или бхакти подразумевает то, что мы, понимая, что есть эта сила, стараемся служить этой силе, то есть служить красоте, служить гармонии, но при этом не пытаемся служить очень негармоничными и уродливыми способами. Иногда очень часто люди пытаются делать это, не понимая, что их способ служения, так сказать, правому делу, он сам неправильный. Злостью, уничтожая других, мстя другим. Люди думают, я же вот я за правое дело сражаюсь. Нет. Невозможно сражаться за правое дело, находясь в этом неправом, неправильном состоянии ума или состоянии сознания. Поэтому не нужно имитировать утамадикари,
но и реагировать неправильно тоже нужно отучить себя. Спасибо большое. Харе Кришна Махарадж, спасибо большое. Да, Пульсадвайта Прабху, Харе Кришна. Что-то я не вижу тебя. Я не слышу, теперь я не слышу даже. Спасибо. Харе Кришна. Ага. Мои поклоны. Видно сейчас? Да, теперь yeah. Видно, да. Харе Кришна. Мои поклоны. Спасибо большое, большое за лекцию. Харе Кришна. Спасибо. Окей, что мы прощаемся, да? Кашешвар Прабху Кишори Рани, управляйте ситуацией. Большое спасибо, Госвами Махарадж. Я думаю, если у преданных будут еще вопросы, мы, может быть, попробуем, соберем их, и тогда вышли вам отдельно. А вы тоже ничего не поняли? Только Вриндаван ничего не понял. Не, дело в том, что я это давно понял. Я шучу. Мы поняли теоретически, но как это применять практически? Мне более, да, меня больше заинтересовал вопрос именно одежды, украшений в ведическом контексте, потому что в Гурукуле, когда я жил в Майпурской Гурукуле, было два состояния одежды. Было состояние дхоти и было состояние дёти. Да, к сожалению, дхоти переходит в дёти. Иногда бывает такое. Ладно, хорошо. Спасибо большое. Тогда до следующей встречи. Харе Кришна. Спасибо. Харе Кришна. Спасибо. Харе Кришна.